Всю эту неделю сотрудники ГИБДД работают в усиленном режиме. Мобильные посты размещены главным образом в районе учебных заведений. С автовладельцами проводят беседы и вручают памятки о правилах дорожного движения. Регулярно надо проводить, хуже от этого никому не будет. Напоминать правила движения водителям, жителям города, а также ученикам. В школах города проводятся встречи с сотрудниками полиции. Для самых маленьких – это тематические занятия в игровой форме. Для тех, кто постарше – открытые уроки, инструктажи по соблюдению правил дорожного движения. Соответственно, где расположен такой знак, мы переходим в проезжую часть. Впрочем, даже школьники младших классов уверенно рассказывают о правилах поведения пешехода на дороге. Несмотря на свой возраст, они четко осознают, каким последствиям могут привести нарушения. Их необходимо знать, чтобы не устраивать ДТП и не терять самое главное – жизнь. Выполнять правила дорожного движения нужно, потому что если их не выполнять, можно попасть в аварию, а точнее в ДТП. И можно потерять жизнь. Это самое главное, что у нас есть. В период проведения недели безопасности будет усилен контроль за водителями и активизирована работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Впрочем, ГИБДД отмечают, уровень дисциплины анапских водителей уже существенно повысился. Местные жители у нас относятся с уважением к пешеходам и представляет преимущество движения пешеходов, но граждане, которые люди приезжают на отдых к нам, я бы не сказал о культуре поведения на дороге, и зачастую бывает, что не пропускают пешеходов, но к ним приходится применять меры административного воздействия. Неделя безопасности продлится до конца сентября. Госавтоинспекция вновь напоминает: соблюдайте правила дорожного движения и будьте внимательны на дорогах. Руслан Душевский, Анапа регион.